Я на самом деле совершенно ничего. Вообще сегодня форум реально прошел настолько быстро, да, что за все время на мой фотоаппарат две фотографии сделал только Вадим Сороков, меня, да, когда я таскал какие-то там сумки. И больше Вадим, я не доставал ни фотоаппарат, ни камеру. Поэтому, к сожалению, да, мне очень будет здорово, если просто кто-то что-то скажет. Кто созрел? Кто скажет? Андрей? Нет, вот Оля хочет сказать. Ольга, скажите. Нет, Андрей просто попросил сказать, что... Хорошо, Андрей, я скажу речь. Да, скажите. Я на самом деле надеюсь, вернее, я не знаю, как вы, но я так точно понял, еще с прошлого заседания, у нас такие проблемы, которые можно решить только, как это, транскорпоративными способами, или метакорпоративными, ну, в общем, выйдя за пределы компании, объединившись между собой. Вот, в общем-то, за это я и хотел бы выпить. Андрей, еще для камеры, не все пользователи вас знают, поэтому представьтесь, пожалуйста. Андрей Мирошниченко, консультант по управлению знаниями и компетенциями. Супер. А, Андрей, вы сегодня будете вечером? Да. И мы выпьем. Ну, конечно. Супер. Коллеги. За свободу, юрист. За свободу с вами я всегда готов. Замечательно. А, коллеги, ну скажите кто-нибудь, Алена, скажите что-нибудь для слушателей HRM. Ну, что-нибудь в завершение конференции. Ну, я не могу отказать вам, Эдуард, безусловно. Я представляю на форуме Киев, я говорила, Украина, я бизнес-тренер, консультант по организационному развитию. Хочется сказать, коллеги, здорово, второй форум состоялся. Вадим, спасибо вам, спасибо всем нам. И успеха всем нам и процветания в этой неопределенной среде, да, развития лидерского потенциала. Вот, так что спасибо. Спасибо. Алена, представьтесь, не все знают вас у нас на форуме, будет очень здорово, если вы... Еще раз, дубль два. Алена Сысоева. А вы говорили, да? Да. Даже бабушкин запомнил. И даже бабушкин запомнил. Консультант, ведущая школы менеджмента. Супер. Приглашаю в город Киев. Компания в городе. Мы обязательно приедем. Коллеги, ну и скажите кто-нибудь, ну, третий человек. Я понимаю, что Сороку сейчас еще раз сниму. А Сороку тебе что должен сказать? Да просто помаши рукой. Замечательно. Рядом с Мацовым, да? Да, да. Вот. Я просто он когда начал снимать камеры. Давайте все сфотографируемся. Можно вот поближе чуть-чуть? Потому что я как раз фотографирую. А можно? Вадим, а можно я вас спрошу? Да, так все меньше. Да. Я сфотографирую. Слушайте, это мне не здорово, да. Я как бы...